ответственность за то, что мы делаем. И есть очень большое желание сделать проект мирового уровня, то, что мы сейчас с вами и делаем. И есть такое внутреннее ощущение, что ты в жизни должен сделать что-то такое, от чего бы тебе не было стыдно, что ты прожил свою жизнь. Серьезно говорю, это не громкие слова. Февраля создан Gem for Me Investments PLC, частный инвестиционный фонд, как мы планировали в виде открытого акционерного общества. Основное это, чтобы у вас и у всех, кому вы рассказываете, было четкое понимание, что это прозрачно, что это полностью законно, что это в Евросоюзе, что инвесторы защищены. Нам надо было разработать мессенджер на две платформы, повторюсь, силами там буквально 5 плюс еще несколько человек. Наш продукт — это комбайн. Вы могли просто объяснить, что это вот комбайн, который стоит на рынке. Там есть кожемалочка, там есть пароварочка, там это все. И вроде бы всем будет понятно. Вот если ты это можешь объяснить своей бабушке, это означает, это будет понятно остальным. Каждый мой менеджер знает, какая миссия у моей компании, и понимает, что он хочет к этому присоединиться. Весь наш успех в жизни зависит именно от того, насколько мы хорошо умеем проводить переговоры и добиваться заключения сделок. Все в нашей жизни зависит от нас. Когда мы собрались первый раз и думали об этой идее, ничего не было вообще за спиной, кроме желания команды и веры в то, что мы готовы создать нечто великое.